Привет! В этом ролике три фрагмента, три упражнения. Вообще учим Ришбека Яшу носить палочку. Три упражнения по возрастающей сложности, если подходить формально. Это фронтальное движение на хозяйку с палочкой, движение рядом с палочкой и обход стула с палочкой в пасти. И здесь можно увидеть пару интересных моментов. Во-первых, можно сделать вывод, что хорошо сформированный такой стереотип, шаблон, четко выученное упражнение, оно помогает в обучении следующего этапа. То есть он настолько хорошо понимает, что надо обходить этот стул и быстро возвращаться к хозяйке, что когда он уже запускается в этот процесс, ему и не приходит в голову плевать палочку. И, казалось бы, более сложный вариант – уход от хозяйки, там, движение на расстоянии, вне какого-то контроля. Это более сложно. У него больше шансов, больше возможности плюнуть палочку. А получается лучше. Почему? Потому что хороший стереотип, на который можно опереться. И из этого можно какой сделать вывод? Что есть формальные усложнения по этапам, да? Усложнения в обучении какого-то навыка. А есть по факту, вот что для собаки проще, что сложнее. И иногда есть смысл проскочить вот эти более формально, более простые этапы, перейти на более сложный этап, который для данной собаки проще. А потом, возможно, будет полезно почистить и предыдущие этапы, чтобы собачка была, ну вот, по всем статьям такая, сбалансированная и правильно адресированная. И вот на первых двух упражнениях, когда он идет фронтально на хозяйку и когда он идет рядом, можно видеть еще такой момент, что собака должна быть в правильном состоянии для того, чтобы выполнять вот это упражнение с держанием палочки на движение. То есть, когда он начинает, скажем так, возбуждаться, нервничать, прикусывать за руку, то в этот момент бессмысленно ему совать палочку. Это можно было бы делать, если бы он ее очень хорошо держал. И тогда бы удержание палочки приводило к блокированию кусания руки и, ну, как бы его успокаивало. А так как у него удержание палочки, ну, оно присутствует, но оно не является таким вот прям совсем супер стереотипом, то мы сначала собачку успокаиваем за счет того, что объясняем ему, что корм ты получишь только если ты будешь вести себя спокойно, если ты не будешь кусаться. И вот в этом уже правильном подходящем состоянии мы даем ему палочку. То есть я к чему веду, что вот эта дрессировка, она как бы по-школьному, вроде бы формально, она такая вот от простого к сложному. А по факту все это крутится, вертится, и нужно смотреть с каждой конкретной собаки, с собакой, с какой стороны заходить и как выстраивать этапы обучения. Все, до новых встреч. Держи. Давай. Забираем. Молодец. Молодец, ты хорошо. Значит, если жует, то ждем, когда перестанет жевать. Яша. В смысле, если лежит руку. Спокойно. Яша, пошли. Нет. Тише. Спокойно. Палка. Держи. Пошли. Пошли. Забираем. Старайтесь, как бы, ее так четко хватать, чтобы не ронять. Яша. Если палка все-таки упала, давайте формально подходить к вопросу. Палка упала, собака корм спокойно не получает. Яша, нет, спокойно, пошли. Палку берем. Держи. Идем. Пошли. Забираем. Да. Да, отлично. Пошли. Палка. Молодец. Держи. Идем. Забираем. Да. Хорошо. Держи. Спокойно, Яша, держи. Пошли. Спокойно. Держи. Палка. Пошли. Да. Да. Пошли. Спокойно. Палка. Держи. Так, хорошо. Спокойно. Держи. Пошли. Забираем. Да. Молодец. Молодец. Держи. Ой, в смысле, пошли. Спокойно, Яша, спокойно пошли. Спокойно. Держи. Держи. Пошли. Да. Да. Молодец. Он немножко жует, это, конечно, не очень хорошо, но пока пусть. Пошли, Яша. Спокойно. Спокойно, пошли. Палка. Держи. Будем? Пошли.
забираем, ничего не даем. Яша, пошли спокойно. Хотя Яша не виноват. Пошли. Палка, 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 держи. Палка. Чуть побыстрее попробуйте отходить. Держи. Забираем. Да. Ага. То есть вообще сейчас будем... Не-не-не-не, когда начало, вы идите медленно, а когда палку даете, тогда уже просто побыстрее. А пошли. Начало спокойнее. Пошли. Иначе он на скорости будет возбуждаться, начнет руку лизать, пошли. Кусать. Пошли. Нет, нет, спокойно. Спокойно. Палка. Держи. Быстро. Уходите быстро. Забираем. Да. Да. Хорошо. Я же нет, спокойно. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Спокойно, пошли. Палка. Держи. Пошли. Забираем. Да. Все. Пошли. Яша, пошли. Палка. Держи. Уходим. Он сейчас бы упал, я схватила. Хорошо, давайте еще вот здесь поместиться. Спокойно, палка. Пошли. Палка. Держи. Держи. Бегаем. Забираем. Да. Молодец. Так, хорошо. Так. Спокойно, Яша, не идем, спокойно. Когда... Медленно идем. Спокойно. Вот, спокойно. Спокойно. Подождите. Сейчас вообще, когда перестанет, дадим корм. Когда перестанет кусать. Да. Да. Так, давайте еще раз ставим корм. И награждаем за некусание. Нет, Яша, спокойно. Нет. 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 Да. Да. Нет, Яша, спокойно. Да. Да. Теперь пробуем идти. И опять же дадим за некусание. Идем. Да. Да. Так, еще разок. Да. Да. Так, теперь когда перестал кусать, палку в зубы и пошли. Пошли. Палку. Держи. Побежали. Пошли. Хватаем. Молодец. Да. Вырвали. Отдаем. Делаем еще раз. Спокойно. Пал... Держи. Побежали. Побежали. Хватаем. Да. Да, отлично. Пошли. Спокойно. Вы не спешите здесь, когда вот спокойно. Это вот предварительное движение, не надо даже спешить. Держи. Пошли. Побежали. Хватаем. Да. Вот. Сначала медленно, спокойно, а вот с палкой можно побыстрее. Спокойно, я шумею. Медленнее, медленнее, намного медленнее. Я ухожу быстро, просто чтобы занять по позицию относительно вас. Палка. Держи. Пошли. Побежали. Хватаем. Да. О, отлично. Яша, спокойно, спокойно. Пошли, спокойно. Палка. Держи. Бегите пошли, прям пошли, активно. Пошли, пошли, пошли. Хватаем. Да. Все. Еще раз. Оп. Так, а теперь пауза, держи. Пауза, пусть он проглотит. Обход. Обход. Отлично, хватаем. Молодец. Все, супер, поворачиваемся. И вот так его нарабатываем. Обход. Занюхал. Так, дайте. Не, ну вы что, дайте кормом. А, надо дать ему палку перед обходом. Поворачиваемся. Иногда можно пустить на обход без держи. Палки. Обход. Пошел. Скорее, скорее, скорее. Молодец. Отлично. Может быть, чуть позже руку протягивайте. Пусть он подходит, а потом резко, быстро хватайте палку. Потому что когда он видит протянутую руку, он может уже заранее начинать плевать. Разворачиваемся. Пош... Ну, следите, чтобы он брал за клыками, чтобы он прочно держал. И поворачивайте его полностью сюда. Ставьте его на стартовую позицию. Вот, палка. Держи. Вперед, обход. Обход. Вот, резко хватаем. Да, отлично. Чуть-чуть можно в следующий раз отойти назад. Обход. Шаг назад. Все. Резко. Молодец. Да. Все, и вот с этого расстояния будем. Держи. Дальше не будем. Держи. Обход. Пошел обход. Отличный какой молодец. Мальчик. Хорошо. Хорошо. Держи. Так. Обход. Вперед пошел. Молодец, молодец. Вперед, вперед, вперед. Рано показывайте руку ему. Он может... Держите ближе руку, вот которой хватаете. Держите ближе к себе. Ладно. Чтобы он не ожидал, что держи. Вы будете брать. Обход. Давай, 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 давай. Резко. Раз. Вот. Молодец. Хорошо. Попробуйте корм ему держать. Дайте ему корм. Корм сейчас вот вы его разверните. Корм ему покажите. И потом дадите палку, чтобы он бежал. Сейчас не давайте, а то он опять будет кашлять. Разворачиваем его на старт. На старт. Так, вот занюхал, пошел. Отлично, далее. А теперь по такой же схеме занюхал, взял палку и пошел. Обход. Хватаем. Молодец.
Вот. Оп, вот, идеально. Давайте. Занюхал. Держи. Палку. Ой, блин, а палка. Да, еще раз. Держи. Палка. Бери. А пошел. Скорее, скорее, скорее. Хоп. Палочка. Отлично. Все, держи. Палочку взял. Держи. Палочку бери. Аккуратно. Пошел, пошел, пошел. Вот, молодец. Молодец. Хорошо. Еще раз пять палка. Сделал. Так, даем. Так. Еще раз. Палку. Обход. Пошел обход. Скорее, скорее, Яша, быстро. Молодец. 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 Вот еда. Держи. А палочку бери. Обход. Пошел, пошел, пошел. Молодец, молодец. Хорошо, Яша, молодец. И еще последний держи. Раз. Обход. Вперед пошел, Яша, молодец, быстренько. Яша. Да, отлично, хорошо, все. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте, пожалуйста.